Добрый день, мои дорогие подписчики. Добрый день, мальчики и девочки. Добрый день все, кто случайно зашел на мой канал. Я всех-всех вас рада приветствовать на своем канале, где я худею сама с помощью интервального голодания и кето-диеты. Мои хорошие, сегодня воскресенье, отчетный день у меня. И я безумно рада, за эту неделю у меня ушло 100 кило. Ну, прямо очень рада я этому, сама себя хвалю. И что очень забавно, что на сегодняшний день у меня ответ составляет, если в общем брать, я с 22 января начала худеть. На сегодняшний день прошло 3,5 месяца без 2 дней. У меня минус ровно 14 килограмм. Я безумно рада. Минус 14 килограмм. Мой вес на сегодня составляет 88 200. Сейчас я вам покажу. Сейчас, мои хорошие. Так, чтобы вам было видно. 88 200. Это на сегодня мой вес. Я, конечно, безумно этому рада и хвалю себя. Конечно, хочется где-то, чтобы визуально видно было, что где-то что-то подбирается, убирается. Ну, все в процессе будет. Я надеюсь, я хвалю, я говорю молодец, молодец. Поэтому все будет хорошо. Ну, я сегодня опять со своими вещами трясу тут, да, и если помните, я как-то вот делала видео вот в этом платье, да, это платье у меня 58 размера, ну, конечно, оно сейчас вообще очень велико, и, ну, я безумно его люблю, оно мне нравится, качество, штапель, хороший очень на лето, просто дышится прекрасно, ну, буду что-то думать, пока оно у меня лежит и ждет своей очереди, что с ним будет. Сегодня одела платье, которое у меня 56 размера. Вот это платье у меня 56 размера. Ну вот я сейчас отойду, насколько можно. Посмотрите. Ну, оно тоже великовато стало, я это ощущаю и вижу, но это радует. Значит, мы идем к 54 размеру, уже пошли. Я сразу ощущаю по своим плечам, если плечи начинают падать. Все, значит, вот так я сегодня выгляжу. Размер вот этот у меня 56, но уже 54, потому что я блузки, которые я показывала, у меня 54-52, есть, они мне уже хороши. А это платьишко тоже, к сожалению, свободно. Но не так сильно, как вот это. А ну, вот так вот, если ходить, я думаю, ничего страшного. Будет продувать в жарку. Я очень люблю такие платья штапельные, они очень комфортные. Ну, вот так я выгляжу, мои хорошие. Итак, за неделю у меня ответ 100 кило. За 3,5 месяца у меня минус 14 килограмм. В объемах я за неделю потеряла только минус 1 сантиметр в талии. В объеме груди и в объеме бедер осталось то же самое. Итак, мои хорошие, я очень сегодня рада, рада. Все-таки 14 килограмм, это здорово за 3,5 месяца. Считаю очень хорошо, поэтому хвалю себя, молодец. Итак, мои хорошие, кому понравилось мое видео, ставим лайк. Ну, а кому не понравилось, ставим дизлайк. Но я все равно всех-всех вас жду на своем канале. Приходите, подписывайтесь, пишите свои комментарии, задавайте вопросы. Я всем-всем вам очень рада. А пока, пока-пока.